данном тенде у нас написана информация, как правильно голосовать. То есть вы же все будете сдавать ОГЭ, ЕГЭ. Вот, там есть свои правила. То есть, если вы что-то неправильно сделаете, вам либо не засчитают, либо аннулируют. То же самое и здесь. То есть, вы можете хотеть проголосовать за какого-то из кандидатов, то, например, неправильно это сделаете, и ваш бюллетень не засчитает. То есть, ваш кандидат, за кого хотели проголосовать, не получит ваш голос. Голосование проходит сугубо анонимное. То есть, никто о вашем голосе не знает, за кого проголосовать. Для этого есть ширма, куда вы заходите. Сегодня мы с моим юным местным отрядом «Барс» провели небольшую экскурсию на избирательном участке для того, чтобы ребятам показать, как они будут в будущем отдавать свой голос на благо своей страны. Мы поняли, как проходят выборы изнутри, и когда нам исполнится 18 лет, мы станем активными гражданами Российской Федерации.